В рамках проекта «Городская среда» одинцовские единороссы проверили ход благоустройства микрорайона «Городок-17». Партийцы посмотрели территорию возле домов 10-15. Сейчас здесь идет установка бордюрного камня и комплексный ремонт асфальтового покрытия проездов, тротуаров и парковочного пространства. Также будут отремонтированы все выходы от подъездов до проездов во дворах. Работы уже выполнены примерно на 30%. Завершить их полностью планируется до конца августа.